Во время тренировочного полета в районе базы ВВС Минот в штате Северная Дакота у американского бомбардировщика Б-52 отвалился один из двигателей. Экипажу воздушного судна удалось благополучно посадить самолет, так как боевая машина оснащена 8 турбодвигателями. Обломки потерянного двигателя были обнаружены военными в 40 километрах к северо-востоку от базы ВВС США. Двигатель упал в безлюдной местности. Вследствие инцидента никто не пострадал. Американские военные также сообщили журналистам, что на борту военно-воздушного судна во время тренировочного полета не было вооружения. Б-52 – это самый старый американский тяжелый дальний бомбардировщик. В ВВС он используется с 1955 года, впервые поднялся в воздух в 1952 году. В настоящее время в составе ВВС находится 76 самолетов, 18 из них в резерве, каждый из которых способен нести 31,5 тонны крылатых ракет, бомб, включая высокоточные и мин. Предполагается, что они будут продолжать эксплуатироваться примерно до 2040 года.